Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы заказали мистический квест с куклой Вуду в реальной жизни. И прямо сейчас кукла Вуду озвучит нам задание, которое мы должны выполнить в течение 10 минут. Итак, ребята, мистический квест начинается! Я кукла Вуду, расскажу вам правила прохождения этого мистического квеста. Время ограничено. Подсказка в первом конверте. Если вы не сможете отгадать с первого раза, я разрешаю вам оставить ответ на потом. Но вы должны найти все слова до того, как доберетесь до пятого конверта. Задание сложное. А если вы не справитесь, я приготовил для вас наказание. Если вы проиграете, теперь Ирина придется стоять босиком на холодном снегу ровно одну минуту. Думаю, вы поняли мои правила. Игра началась. Итак, ребята, вы все прекрасно слышали. Сейчас в первом конверте мы возьмем первую подсказку. Да начнется эта игра. Итак. Первые дверь и первая подсказка. Я не знаю, каждый раз новые условия игры. Итак, здесь у нас красная ручка выпадает. И что-то написано. Читаем. Вы его нажимаете, когда хотите войти. Но он вас не впускает. Ага, это задание нужно отгадать. Что это, ручка? Для чего ручка? Ручка. Вы его нажимаете. Нажимаете, когда хотите войти, но он вас не впускает. Что мы можем нажимать? Кнопку. Звонок, точно. Звонок. Бежим скорее. Тут ничего нет. А где? Смотри еще. Еще. Вот звонок. Да. Здесь конверт. Здесь написано МК, конверт номер 2. Здесь что-то наподобие ребуса, Дим. Посмотри пока, ознакомься, я не знаю, что это за ребус. Итак, здесь написано, на ней вы спите, но она не мягкая. Слушайте, сплошные загадки. Для начала нам нужно разгадать этот ребус, ребята. Это очень сложно. Давайте вместе с вами, ребята, слушай, помогайте в комментариях. Что в середине? Итак, нет, во-первых, что это такое? Да. Давай сначала, что это такое? Это какой-то тучий змей. Змей. Значит, первую букву убираем, значит, М, Е, Е. Это последнее тоже убирается, получается. Ме, это буква Ш, Ме, Ш, Меш, Ок. Это окей, он показывает, мешок. Да? Мешок. Это, получается, первая подсказка слов, которую мы должны отгадать, мешок. Итак, действуем дальше. Значит, у нас написано второй конверт во вторую комнату, значит, мы пойдем. На ней вы спите, но она не мягкая. Заходим во вторую комнату. Итак, на ней мы спим, но она не мягкая. Смотрите, мы спим на чем? На подушке, да, скорее всего. Но подушка в основном у всех мягкая. Я ни разу не видел, чтобы у кого-то была жесткая подушка. Что? На ней мы спим, но она не мягкая. На чем еще мы можем спать? На ней, на подушке, на кровати. На кровати, она же не мягкая, она из дерева. Кровать из дерева. Должна быть здесь какая-то подсказка. Итак, я вижу конверт. Да, это он. Кровать жесткая, на ней мы спим. Блин, вот это загадочки. Время. Мы должны успеть. Мы должны ложиться во время. Итак, здесь опять. Здесь снова ребус. Дим. Давай, где ручка? Специально ручка для того, чтобы разгадывать ребусы. И не забывай запоминать слова. Итак, первая буква Г, правильно, да? Г. Г. Потом, почему она заглавная большая? Почему маленькая П? П, пишу Г, П. Большая О. О, рядом. Что? Что? Это вилы? Погоди, вот здесь вилы, это вилы? Вилы. И здесь написано что-то 3 С. Что значит? 3. 3 равно С. 3 С. Вилы, 3 С. Г, П, О, рядом. С вицей.
равно С. Ну. Что это может быть? Блин, мы застряли, ребята. Пишите, как вы думаете, какое это слово в комментариях. Мы вернемся к нему позже, пока оставим его на потом, будем дальше проходить. А вы, если отгадали, пишите прямо сейчас в комментариях. Не забывайте, здесь вот еще какая-то указанная рука. 3 равно С или З равно С. Погоди, может быть, это как называется, погоди? Это вилы. Вилы, а может быть как-то по-другому, может быть трезубец, нет. Нет. Короче, ладно, не будем пока, оставим на потом, время идет. Итак, читаем задание. Она бьется, из нее льется. Вы ее моете каждый день и снова пачкаете. Это задание для третьей комнаты. Давайте зайдем сюда, чтобы понимать более или менее. Что-то Итак. Связано с тарелками. Она бьется, из нее льется, из тарелки льется. Из посуды. Вы ее моете каждый день и снова пачкаете. Да, скорее всего, это посуда. Посуда у нас, ребят, здесь. Итак, я вижу конверт. Отлично. Что, ты нашла? Да, я нашла 4-й конверт. Здесь снова ребус, Дим. Снова ребус. Может быть, это слово дастся нам легче. Итак, Дим, нам нужно срочно разгадать ребус. Эта картинка похожа как будто из чего-то что-то наливает, что-то жидкое, и, скорее всего, оно белого цвета. Белого цвета у нас молоко, жидкое. Погоди, давай писать тогда. Так, первое С, молоко. Молоко. Значит, первые две зачеркни. Первые две, да? Нет, первые две, наоборот, перевернутый стакан наливает с молоком. Стакан с молоком перевернутый. Значит, мы убираем последние две буквы и читаем слово наоборот. Со-ло. Солома. Слово солома получается, ребята. Это просто жесть. Этот ребус невозможен просто было никак. Теперь давайте вот с этим разбираться, потому что времени очень много потрачено. И у нас останется еще одно задание. Итак. Так, давай сосредоточимся. Дим, давай сосредоточимся. Значит, первая буква Г у этого слова. Первая буква Г. Потом П под О. Значит, П в О или как? Смотри, тут еще хитрость какая. Смотри, Г и О. Между Г и О, П. Так, блин, Дим, я ничего не понимаю. Так, ладно, нужно сосредоточиться. Вилы. Вилы. Значит, третью букву меняем на С в слове вилы, походу. Получается вицы. П, У, Г и У, О. Смотри. Значит, П. П, У, буквы Г. П. П, У. П, У. Г сначала, да? П, У, Г. И П, У, О рядом. Пу. Го. Го. И вот это вицы. Добавляем. Пуговицы. И что получается? Пуговицы. 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 Все, так, это слово отгадано. Сколько ребята, слов если еще? Вы отгадали сами, тоже напишите в комментариях. Итак, дальше, следующая подсказка. Он светит, но не лампа. Он нужен только блогерам. Что это? Это софтбокс? Я знаю, что это. Что это софтбокс, софтбокс. А где в четвертой софтбокс? Комнате у нас софтбокс. Здесь должна быть подсказка. Так, есть, тут конверт. Слушай, а ребуса больше нет. Здесь написано МК. Мистический квест? Да, у вас ровно минута, чтобы отгадать слово, которое я загадал. Правильный ответ в 5-й комнате. И слова, которые мы отгадали. Мы правильно отгадали. Мешок, пуговица и солома. Мешок. Что в 5-й комнате? Это должно быть какое-то слово, которое их объединяет. Правильный ответ здесь. В 5-й комнате, в 5-м конверте. У нас ровно минута, только минута. Время уже пошло. Где? Я не знаю, это можно открывать, только если мы отгадаем слово. Мы должны назвать слово. Если это слово совпадет с тем, что здесь лежит, мы выиграем. Слова, мешок, пуговицы и солома. Что их может объединять? Что можно сделать из мешка, пуговицы и соломы? Игрушку. Погоди, мы с тобой делаем кукол Вуду. Из мешка. Прилепляем пуговицы, набиваем соломой. Ты хочешь сказать там... Это слово кукла Вуду. Кукла Вуду загадала слово... А почему два получается? Мы должны выбрать одно слово. Или слово кукла, или слово Вуду. Выбирай кукла. Кукла. Мы даем ответ. Кукла.
теперь мы можем залезть сюда. Что? Черт, здесь ребус! Я думала уже все, если мы не успеем в течение минуты. Где ручка? О, боже мой! Скорее! Смотри, здесь паук. Итак, паук. Флаг. Паук, пау забирается. Ук. 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 И флаг. Л. Ф убирается. Флаг. Кукла. Кукла, ура! Ура, мы отгадали это слово кукла. Давайте посмотрим, где кукла Вуду. Итак, ребята, кукла Вуду только что сгорела на ваших глазах. Мы прошли мистический квест в реальной жизни вместе с куклой Вуду. Если вам понравилось вместе с нами разгадывать эти ребусы и играть в мистический квест, присоединяйтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч в новых мистических видео. Пока!